Всем привет, дорогие друзья, с вами Andrew Five. И, как меня многие просили, запилить карьеру в Pro Evolution Soccer 6, я это делал. Но перед этим у меня возник небольшой вопросик. Так как я в эту игру заворачивался по-настоящему, у меня возникла небольшая проблемка. Это... Она выглядит вот примерно так, сейчас вам покажу. Играть я хочу именно за две команды. Это первая, это Барселона. Болею именно за эти команды. Видите, у меня здесь созданный футболист раз. Но это Пике, то что на форме не обращать внимания. Точнее, это не созданный. Он есть, но Симак и вот созданный. И второй футбольный клуб, за который я бы хотел играть, это мною созданный, рандомный, ну как рандомный, это ЦСКА. То есть, видите, тут Березуцкий, Алексей Еременко, Джанер, Красич, Карвалю, Калоу, Двагрулав, я. Томаш Ценецет, Мамаев, Казим Ричардс, Шемберс, компании. Щенников, Сантьяго Нунес, Марк Гонсалес, Ван Перси, Григорьев, Рамон, Оди, Янчик, Алдонин, Загоев, Рикардо Жез, Рахимич. Вот, если я начну играть за ЦСКА, меня полетят какахи, типа, какого хрена, все такое. И поэтому даю все на ваш суд. Вот, буквально сейчас я посмотрю по календарю. Так, сегодня у нас 15 число, да. Вот, да, 18 числа до 9 часов вечера, пятница, я жду от вас комментарии, ЦСКА или Барселона. Если комментариев не будет вообще, ну, значит, начну за ЦСКА, и потом не нужно мне писать под комментарии, что я такой козел. Если же будет ничья, то я начну за Барселону. Ну, то есть напишет ЦСКА, Барселона, все такое. 2-2, 3-3. По барабану начну за Барселону. Если же победит ЦСКА, начну за ЦСКА. Если начну за Барселону, победит Барселона, значит начну за Барселону. Мне, в принципе, все равно, за кого играть. Поэтому пишите в комментариях, за кого вы хотите. Такое вот коротенькое видео. Просто... Я вот хочу знать ваше мнение, если вы хотите именно эту, если вы хотите эту карьеру. А на сегодня все. С вами был Andrew Five. Ждите карьеру. Поэтому подписывайтесь на мой канал, комментируйте мои видео, пишите в комментариях, за кого хотите, чтобы увидеть эту карьеру. Ставьте мне лайки. Для меня очень важна ваша поддержка, так как канал раскручивается, перезагрузка, новая раскрутка. Поэтому... Поддержите меня, оставляйте комментарии. На сегодня все. Пока-пока.